По замыслу жителей мостовой, берег Свияги в границах их микрорайона должен стать местом культурного отдыха горожан. Здесь должны быть дорожки, лавочки, пляж и окультуренная зеленая зона. Существует проект и макет будущего парка. На прошлом конкурсе президентских грантов тосовцам не хватило всего 5 баллов, чтобы получить финансовую помощь на строительство. Городская администрация долгое время была глуха к просьбам. Год назад вблизи набережной были груды мусора, их привозили и вываливали на берег грузовики. Не раз местные активисты пытались поймать вредителей. Были и погони на машинах, и суды. Сегодня нерадивые уборщики территории вываливать мусор на берег Свияги боятся. Мы хотим, чтобы здесь была хорошая прям набережная Свияги. Конечно, не то, что замощенная, а именно естественная набережная Свияги. К сожалению, нам не хватило 5 баллов всего лишь. В этом году мы этот же проект доработали, отправили еще раз. Если у нас все получится, здесь будет и освещение, и видеонаблюдение, и скамеечки, и даже беседка с мостиком для влюбленных. Убираться на берегу согласны местные жители. На этот раз администрация города выделила технику. Грейдер, 2 трактора и КАМАЗ для вывоза мусора. Набережную выровняли, очистили. В планах привезти песок и начать ставить лавочки. Однако городские тусовщики не любят убирать за собой. Мостовчане могут лишь попросить не мусорить. Чтобы не мусорить, если они приходят отдыхать, пусть не мусорят, складывают в отдельный мешок, собирают с собой и выкидывают в контейнеры. Старожилы помнят, что когда-то здесь купались и удили рыбу. Проводили праздники и семейные торжества, однако тогда убирать за собой было нормой. Теперешние отдыхающие убираться не любят. Субботники на берегу местные проводили по нескольку раз за сезон, однако чище не становилось. Теперь на въезде на набережную есть шлагбаум. Как только появится видеонаблюдение, свалка отходов здесь окончательно прекратится, считают жители. Хотим сделать, чтобы это была пляжная зона, красиво, аккуратно, место для прогулок, я не знаю. Ну вот, не выезжая из мостовой, прийти вот, ну сами видите, берег по сути живописный, места красивые, если бы не мусор. Люди очень надеются на грантовую поддержку, но и без нее благоустройство берега Свияги будет продолжаться. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.